вас, дорогие друзья. Совесть на Волге. Это наша вторая часть о парфюмерии «Новая заря», которая у нас скопилась и которую мы вам показывали в первой части. В первой части мы остановились на парфюмчике, который называется, давай еще раз продублируем и уже расскажем более детально. Шарман Ком Ля Ви. Мы извиняемся, у нас резко прервалось там это. Да, но решили оставить как есть. Ну да. А у нас даже, смотрите, вспышка автоматически включилась и началось все вот так вот поярче. И не знаю, что изменилось. То есть у нас все выключилось. Все выключилось, да, новая заря. Это дух духов, как мы говорили в той нашей серии. В первой серии фильма. В первой серии фильма, да, давай. Кто не видел первую серию, переходите, смотрите первую серию. Я Анфиса, это мама Тора. Я болею, у меня хриплый голос, поэтому я могу кашлять, сопеть, это нормально. Пока она болеет, поэтому мы решили заснять. Да, мы снимаем в 4 утра, а чего бы нет. Нашу новую зарю. Ее много скопилось, потому что это невозможно уже потом, если мы, знаешь, если мы дальше будем это тянуть, это уже просто у нас да, не потом, хватит терпения. А потом мы вам просто будем показывать, что будет у нас прибавляться, ну так, единично, так скажем. Так, давай, дух духов чего? Уже говорил, еще раз скажи. Ля Ви Бель. Да, новая заря. Значит, начальные ноты бергамот, бутон черной смородины, фрезия. Ноты сердца, мимозы, лист фиалки, жасмин, роза, магнолия. И ноты базы, пачули, корень фиалки, мускус и амбр. У меня такой грубый такой голос, это я еще горячего попила, да я? Это человек, который вышел из отпуска. Ничего не чую, все, мам. И тут же заболел. Блин, я не чувствую. Я даже не успела выйти, я прям заболела. Давай мы побыстрее, а то у нас опять... выключится. Все, я ничего не чувствую. Наша суперсистема. Ну вот не надо ничего не чувствовать. Угу. Нельзя. Тут тебе, мы уже говорили, что... Ну что, просто нанюхалась, у меня нос опять заложил, потому что я нос прочистил до этого. Ей взяли на ковид мазок. Теперь мы ждем результат. У меня тоже брали. Вроде... Ну что-то цветочное такое сладкое. Вроде не позвонили. Значит, такое... все нормально. Вот и он потом хороший оставляет после вкуса. Я уже говорила, ты убрала, я крышечку, видишь, оставила, заныкала. Да что ты? Я уже говорила, что сначала я приобрела вот такой дезодорантик. Смотри, а что-то у нас фокус. Вспышка, потому что начала сама зачем-то светить. Хотя свет все тот же. У нас тут автоматическая вспышка. Освещение тоже, и все было хорошо, но она сама начала почему-то вот так вот светить. Дезодорант сначала прям. Дезодорант, он мягче, мне кажется, да? Ну, мне кажется, опять я ору, ничего не слышу, ору. А ты что кричишь? Голос грубый, а у меня уши все заложило. И он понежнее. Сюда поставлю, видно, нет. Все, у меня легкие болят. Ужас какой-то. Еще жарище. Ну, капец. жарко. Так, давай, что там у нас еще осталось? Не вырубится, надеюсь, наш супер. Не видно ничего. Да ладно, все видно. Давай дальше. А, вот так вот немножко видно, да? А, вот так вот, может быть, положить? Нет. Да что ты как его, как гробик туда-сюда мотаешь? Ну ладно, а вот это вот опять ее любимое. Вот, смотрите. Да, причем это жизнь, сезон. Ой, нет, сезон желаний, предыдущий, который мы брали, совершенно другой запах. А, подожди, нет, это сезон, вот это сезон мечтаний ты взяла, а коробка желаний. Это сезон желаний, это два разных. Сезон желаний просто у нас был, он закончился. Покажи, и понюхай, и сравни. А ты вот уже это... опять путаешь, там налили что-то другое, короче, друзья. Я даже не могу прочитать пирамиду, потому что я не знаю, что нам налили. Вот сезон желаний. А где он у нас, кстати? Да вот. Нет, не тут. Нет, он у нас, я его, наверное, не взяла. Нет, вот он. Вот он, видите, он, это я, короче, прикончила его. Да, как и мы его сделать, очень фокус, долго, короче. Мы его очень долго искали. Блин, ну где он теперь, этот фокус-покус? Мне вот этот, который... О, ура, мы... есть. Вот который мы купили, мне очень, очень нравится. А который был у меня, мама сейчас скажет,
Это непонятно, чем пахнет. Но он, знаешь, какое офигенное давало раскрытие. Который был у тебя, он более дерзкий. Он прям очень дерзкий. Но он мне тоже нравится. Он дерзкий, сначала такой прям грубый, а потом такое раскрытие давал офигенное. Не буду сейчас. Вот начальные ноты, вот там какая-то вот эта вот. Не знаю даже, как это назвать, это вот запах. Чего? Ма. Ну, не каждый будет таким брызгаться. Ой, мне очень нравится. Мне тоже. Мне вот и старый нравится, и новый. А новый он нежный. Я мы сегодня набрызгалась дома. Мы такие были довольны и счастливы, что наконец-то мы его нашли. И он там, хоп, типа другой запах. Я говорю, мам, все равно берем. Другой запах. Он какой-то более цветочный, да, нам более налили? Цветочный, более нежный. Что, нам, может, опять шансит налили какую-нибудь другую? Ну, не знаю. Вот я сегодня с утра набрызгалась дома, вот, да? Такая, чем пахнет? Я говорю, а вот, смотри. А есть у нас еще и сезон мечтаний. Да, голубая такая должна вот, быть коробка. Вот это вот более такая какая-то немножко с зелененьким девушка, зелененькое платье, да? Да. Ну, такое салатовое. А вот это вот прям голубое. Такая, короче, же, скажу, такая же девушка, только в голубом да, платье. Да, у нас уже наклеено. Скажу секрет. А, начальные там ноты прям вот, да, понюхай, вот одни и те же. Вроде бы такие дерзкие, не пойми, чем пахнет. Но уже потом, когда они... Деревяшками пахнет. Да, деревяшками. Потом, когда они раскрываются, почему мне нравится сезон желаний, потому что он в раскрытии чем-то похож на ангел Шлёссер, короче, ну, мой любимый белый, да. Может, он какой-то уходит вот в эту вот холодность норвежскую, да? Угу. И непонятно вообще, там чуть-чуть вроде бы и свежести, и холодности, и чего-то... перченого даже. Перченое. Ну, в общем, кто знает, тот поймет. А вот сезон мечтаний, он уходит более съедобное что-то. Либо, может быть, яблоко и в какой-то цветок. Ну, давай тогда. Что-то дальше. Такое. Ну, в общем, мне вот такие вот сложные... А, это, я считаю, сложные ароматы, потому что они сначала сложные. Одним пахнут, потом другим. Их надо понять и разносить. И тем более на разной коже. Они, естественно, да. Открываются... по-разному. Ну, на мне вообще очень круто они открываются. И я прям люблю вот это вот. А вот это вот мы купили вообще случайно за 100 рублей. А, без коробки, да. Без давай коробочки. Я сделаю, чтобы видно было. Без коробочки. Что тут написано? И, я видите, у люблю там... секрет цветов. Это надо искать. Это тоже что-то вот из вот этих вот уже новых, цветочных, да? Да, секретов и любви цветов. Это нам так понравился. Как он называется? Я люблю. Он в сухость в какую-то уходит. Секрет цветов. Это вообще для новой зари что-то вообще необычное. Может, ты за пять это выдумала? Это, я люблю. Я люблю. Многоточие. Секрет цветов. А здесь у нас идет. Я найду ее, я надеюсь. А это у нас как? Я не помню так. Это я уже тоже что-то там какие-то тоже цветы. Цветы какие-то. Нашла. Я люблю секрет цветов. Де Флёр? Амур де Флёр. Это вот аромат... это вот. Любовь цветов. Любовь цветов. Угу. А вот это вот секрет цветов. Так, читаю. Аромат для женщин принадлежит группе цветочной фруктовые. Верхние ноты слива, лимон, апельсин. Средние ноты кедр, персик, жасмин. Базовые ноты серые, амбры, древесные ноты. Сори. Ну, блин, ну я болею. Ну, болеть. Ну, что ты так смотришь на меня? Что люди пишут про него? Ну, вот я, знаете, как ощущаю. То есть... древесный какой-то апельсин, а потом уходит в такую мы так... сухость, типа... Вот, мы вот, так быстро все это избрызгали. В разряде, наверное... Что я даже... молекул уже потом, когда она устаканивается. А ты еще говорила, это который на молекулу похоже? Да, потому что там у нее уже ну, когда уже она на тебе уже там не играется. И видите, ничего не пишет. Мы даже не поняли, мы так ее израсходовали, что даже не поняли конкретно. Ну, ты чувствуешь, что-то... Блин, ну она, короче, классная. Да. Это как вот Кузнецкий мост мужской. Какая-то нотка есть от него. Есть, есть. Только женская. Угу. А я что-то сливочное еще чувствую тут.
в начале. И какую-то вот соленоватость немножко. Соленоватость проходит. И чуть-чуть сливок я чувствую. В начале. Но да, потом да, они да, уходят. Да, и потом остается вот эта вот... Морская соленоватость. Как ее? Сухость, которую я люблю тоже. Сухость мы все любим. Найти, люблю. Никак, найти никак не можем. В общем, пол-литра, если бы тоже было, я бы прямо... Ой, все. Вызывайте скорую. Дальше. А это у нас из... Это что? Это цветочный, который я купила. Помнишь, такой... Блин, я помню, я зачет и экзамен сдавал с этими духами. Да, это прям цветы. Это я помню, это я помню в детстве. Было мне 11 лет, я в балетной школе. Почти повыше. Училась. Это такой ретро достаточно аромат. Ретро. И мы с балетной школой как поехали шалунья очаровательная. Да, очаровательная шалунья. С балетной школой поехали на выступление, там на какие-то у нас фестиваль был. Вот. И вот у меня были такие духи. Подожди, я тебе скажу, что там в них. Что ты там слышишь? Я цветы, прям цветы. Гиацинт, что ли, там, я не знаю, что там. Нет, гиацинт в другом. Блин, у меня еще зуб разбавился. Десна разбавилась, мне зуб. Знаете, у меня еще, перед тем, как я заболела, я выдернула зуб. И у меня он сейчас дико болит. И я и болею, у меня... Я умираю. Это прям до такой степени цветы. Ой, не могу. Сейчас я тебе скажу, что там. Ой, смотри, какой пузыречек. Ой, какой красивый пузыречек. Сейчас вам покажу, если увидите. Вот, видите, вот. Какой пузыречек. Как то, что они... Классненькие. Это они вот натуральные, в натуральную величину пузырька. Так, что пишут? Ландыш, альдегиды, лотос, малина и роза, мускус, ветер, кедр. Короче, так. А вот кедровый, вот эти вот нотки. Где ты, куда его делал? Они у нас настоялись. Они у нас настоялись уже где-то год-три. Года 2-3, да. Я помню, я на каком-то кедр, курсе и кедр, когда ты училась, экзамен, да, экзамен. Но не госовый. Госы я своими уже сдавала. И кедр уже начинает про... Они очень ландышем. Классно настоялись. И кедр с ландышем уже. Ландыш уже почти. Ага. Вообще не чувствовал ландыша. Не было вообще. Не было ландыша. Хорошенькие такие. Хорошенькие. Так, а вот это женственные. Вот тоже... Почему-то у меня нашу бабушку тоже они напоминают. А вот это вот тоже мы купили. Это, кстати, первое, что я маме. Ну, это не тот пузырек, это уже второй пузырек. Это первое, что я маме принесла из Новой Зари. Да, он там был большой пузырёк. В 15-м году. Нет, это был такой. А тоже был маленький пузырёк. Я такая, мам, смотри, Новая Заря, что стала выпускать. Угу. И ну вот это вот мне очень нравится. Ну как я ими побрызгаю. Сейчас я не могу их воспринимать. Она, раньше я могла. Она от меня отходит и говорит, ну зачем ты так? А всего 1-2 пшика. Угу. Ну это прям экстра, я вам так скажу. Ну это прям календула конкретная. Гиацинт, ты говорила. Гиацинт, календула. Сейчас посмотрим, что там заявлено. Ну, прям цветы, ты говоришь, тоже маленькая, когда... Все, у меня голос. Угу. Так, как они называются? Play Charm, да? Угу. Так, где у тебя тут? Play... Там такой, от них такой шлейф. Они очень стойкие, во-первых. Фиг смоешь. Да. И такой шлейф. Не можешь найти? Флеш какой-то, Space. Подожди. Play. Они разные, прикинь. Play Charm. Ну, наверное. Может быть, это... А, все, я нашла. Нашла? Ну, вот такой там был, да, этот пузырь? Да-да-да, угу. Да. Да, там была такая девушка с типа розовыми волосами. Это она. Угу. Вот гиацинт тут. Угу. Сочный персик, гиацинт. Так. То есть я все перепутала. Почему? Да у меня, потому что уже вся рука... Одна рука вся... Играя очаровывай. А где это-то? Что-то я не поняла. Я на одну руку все брызгаю. Черная смородина, мандарин, бергамот, голубой гиацинт, майская роза, иланг. Куда делась? У меня куда-то все пропало. Ну ладно. Ну блин. Что за чего? А то сейчас опять у нас выключится. А, ну ты белый персик, бензойная смола, мускус. Ну, короче, они вообще оторви, выброси, их фиг смоешь. Это... Но на... цветочки. Цветочки. Это наподобие как вот. О, это я люблю. Это ее любимые. Одни из любимых.
Первый раз, когда я их стал тестить, мне показалось, что это прям елки. Так вот сюда. Ну, все, наверное, прочитали, что это мистери. Да, давай, тут, наверное, не это. Да видно, видно, я же смотрю. Видно, да. Не фокусируется. Фокусируется, почему? Да видно? Нет, название не фокусируется. Вот, вот, теперь все. Я помню, зимой сначала понюхал такая елки, потом какой-то проклятый старый дом короля еще там. Потом что-то... Ведьминская, здесь деревяшки конкретные. Деревяшки, да. Ведьминское зелье и деревяшки. Дай-ка я еще за ты это сделаю. Ну, какая-то нота, вот правильно говорит Палом Пикассо. Но они более цветочные, мне кажется, Палом Пикассо. Ну, какая-то нотка здесь есть оттуда. Смотри, какой пузырь. Ух ты. Давайте покажу. Родной пузырек, то есть у нас 16 миллилитров, а это вот такой, наверное, 50 идет. Прелесть какая. Классный, да? Какой симпатичный. Короче, да. Восточно-древесные. Лист фиалки, средние ноты пачули, кориандр, роза, базовые ноты дубовые, муха и амбра. Короче, чего лишнего нет. Я тоже им пользуюсь осенью и зимой. То есть, ну, когда прохлада, снежочек. Ну, вы видите, снежочек, там осталось. Ну, осень-зима. Я не каждый день, я вот изредка, когда охота. Потому что есть такие, как, допустим, миллионерши, я каждый день использую вместе с этим шелеларом, который желтый, каждый день. И вот Love Me, который другой налив, вот этот, тоже я. А эти нет. Эти я изредка. Ну, кто-то меня вспоминает. Русскую красавицу я тоже фигачила каждый день. А эти нет, эти я по настроению. Так, ну что у нас осталось? И остались мои любимчики. Это все, это мамины просто фавориты, любимые. И это остались мои любимчики. Это... Подожди, где фокус? Все видят? Он ли ее? Она покупает, кладет в сумочку. Да, вот, видите, он ли ее. У меня и дезодоранты такие были. Просто я уже их... Вот, и это уже какой у нас пузыречек? Покажи. Это не факт, что все... Так, вот, был. А еще сначала я их выбрасывала. Ну да. А потом я решила, и вот, это все они. Ну это как говорят, что это клон этого африканского бала. Но мы нюхали как-то африканский бал. Я, честно, не помню. Я не поняла. Похож, надо не похож. Разносить, наверное, их. Во-первых. Да. А во-вторых, они тоже как-то отстаиваются. Но вот эти конкретно мне нравятся. Ты, кстати, найди его, этот, да, еще. Пузыречек. Мне кажется, вот с такими духами, вот честно, я бы куда пошла. Я ходила, когда очень боялась выдергивать, помню, пару лет назад зубы. Я ходила с этими духами. Это у нас больничные духи. А так, мне кажется, вот с этим ароматом, блин, ну на свидание. Да, и в больницу. И в больницу к врачам. Что-то все сразу как-то так нас начинают жалеть. Вот, короче, такая слушай. Нежная нежность. Лимон, бергамот, нероли, средние ноты фиалка, кедр, жасмин, базовые ноты ветивер, мускус и амбра. Вот они. Он ли... Ну, наверное, кто знает, кто не знает, вот пузырек, который оригинальный. Да. Вот, смотри. Да, я знаю. Ну, блин, да, я еще понюхаю. Я бы прям на свидание сходила. Осталось смотри. Только выздороветь и найти жениха. Да, смотри, кому на свидание. А-а-а. На все клади. И самый последний, мой самый любимчик. Который я тоже весь избрызгала. Ну, мы его избрызгали, конечно. Вдвоем, в двухе. Давай скажем так, жаргонными словами. Да. В двухе мы с тобой его. Ну прям... вот, ты посмотри, что начал как отсвечиваться. Ты поближе, чтобы сфокусироваться. Да вот он не так не фокусируется, ни сяк не фокусируется. Ну, в общем, Кузнецкий мост, мы за ним... Черный мужской Кузнецкий мост. Я за ним начала охотиться с 15-го года. С конца 15... Да, с осени 15-го года я маме начала говорить, вот, я купила вот этот маленький кирпичик, плейшар, но там был Кузнецкий мост, там мне не хватило денег, а потом его нигде не было, но он такой классный. Дело в том, друзья, что мы его весь почти избрызгали. В том году, да, только купили мы его в конце. Да, я просто специально оставила коробку, чтобы вам показать. Сейчас я найду, что там. И вот такой вот пузыречек. Мужской. И вот столько. Это мужской. 100, вот, да, там? Да, 100 миллилитров. И вот столько там осталось. Он просто шикарен. Это вот
плохое настроение, побрызгался. И все. Это стиль там можно одеться, casual, там, я не знаю, или какие-то штаны, какую-то вот толстовку. Это, вот такая вот крышечка. Надела и пошла. Так и все. Это... И плевать это, ты хотела на все. Это кайф. Да. Соленый кайф. Да, понимаешь, если какие-то духи бывают обязывают к наряду, да, а здесь ты плевать вообще на все хотела. Ты душилась и пошла в своей, в своем коконе. Так, а что там фрагрантик? Так, ну ты пока говори, пират. Ну блин, у меня и так горло болит, пират. Где кот, Сара? У нас собачка там охраняет. Вот никак я вам не покажу. Название поближе, вот, вот смотрите. Так, я вообще еле говорю, уже мне и прям вот надо нас горячку ласкать, все пить. Осталось вообще мало. Но это туалетная вода, видите, Ода туалет. Осталось мало, купили мы его в Ашане совершенно случайно. Так, это этот? И меньше тысячи мы его купили. Что-то 800, по-моему, с чем-то рублей. Нет, 900. Или 900. Подкасать. И так мы хотели еще. А смотри, тут другой пузырек. Это не он, что ли? И так мы хотели еще, может быть, еще какой-нибудь есть. Кофе, кого знает. И так мы хотели еще, но у нас не было, как всегда, средств. Не было денег, а потом и его не было. А но потом это вообще... его не было, да. Ну вот, друзья. Ну подожди, сейчас я найду, что там в нем. Да, посмотри. Причем вот он Дали твой любимый. Какой? Лагуна. А, ой, нет, не Лагуна. Не Лагуна. А этот наш любимый. Блин, все болит у меня дистанция. Они так похожи. Сейчас я принесу. Хотя мы Дали хотим показать тоже, какие у нас. Это у нас отдельный будет репортаж. В общем, здесь фужерно-цитрусовые, смородиные почки, грейпфрут. Средние ноты ананас, базовые ноты мускус, кедр и нарцисс. Мама, там нарцисс в базовых нотах есть. Что там есть? Есть в базовых нотах нарцисс. Ты такое слышала? Нет, никогда не слышала. Я в базовых нотах нарцисс не слышала. Первый раз слышу. Все, я умираю. Хотя я так обожаю нарциссы. Вот на этот Дали он похож. Да, кстати. Немного. Что-то вот. Вот какая-то вот нотка там есть. Сусан, да, которая... Да. Вот похоже они. Сисан. А то сейчас тебе опять там что-нибудь... Ну, она напишет. Что ты... Ну, это, конечно... Безграмотная он женщина. Да, ну, мне уж положено быть безграмотной. Он это, более такой резкий. Мне кажется, Альцгеймер сначала будет у меня, чем у тебя. Это более такой нежный, соленоватый. С моей забывчивостью. Ну, вот, друзья. Да, это, конечно... Этого надо прям смотрите, литров 5. Смотрите первую часть. Да, смотрите первую часть. Мы и... не виноваты, мы извиняемся, конечно, мы хотели все уложить в одну, но у нас телефон наш отключился. Телефон отключился, я без голоса, я болею, плохо себя чувствую, но... Так что мы разделили на, прям две, вот... на две части. Вот такая у нас новая заря. То, что я болею дома и обязательно надо снять, не сплю. Мы ее очень любим. Без нее никак. Да, я еще раз говорю, может, кто-то там не любит Ноузарифу, там все дела. Да. Я люблю, потому что я люблю, вот, во-первых... Он ли ее хочу? Большой позвонок. Ретро-ароматы. Я люблю... Что я еще люблю? Я люблю новую зарю, потому что это всегда интересно. Большой пузыречек. Это неожиданно, и там на самом деле есть раскрытие. Да. Интересно. Ну и во-вторых, и недорого. И ты можешь себе позволить вот такую вот батарею. Да. Вот правда. Можешь себе позволить вот такую батарею. Много разных ароматов и прям многие достойны внимания, я считаю. Мы давно не снимали свои парфюмы. Просто как-то это... Забыли про них. Не то, что даже забыли, то некогда, то ты одна снимаешь, то я одна. Вот так вот даже вместе собраться у нас с тобой никак не получается. Мама ночной человек, я ночью сплю обычно. Потому что там работа, все дела. Сейчас я говорю, вот на больничном. У нас еще есть задумка снять ретро. Ретро, во-первых. Ну, не ретро. У нас есть задумка, в общем, 90-е снять парфюмы. Ну, типа, и Сальвадор Дали небольшую коллекцию.
тоже есть такая задумка. Если вам интересно, напишите, пожалуйста, если интересны вам парфюмы, вообще эта тема, то что раньше мы ее постоянно снимали, если она интересна, напишите. И что вам нравится из Новой Зари, если вы используете эти ароматы? Вот есть какие-то, которыми вы пользуетесь из Новой Зари? Тоже интересно, да, вообще, что люди используют, если пользуются Новой Зарей? И мы, между прочим, счастливы, что живем в России, что мы можем себе позволить скупить. Да. Даже вот в странах Балтии, Латвии, например, там очень трудно достать. Но это только через интернет, мне кажется. Или кто-то присылает. Да, да, потому что мы вот смотрели видосики, и там вот именно с этим. Ну все, всем счастья, удачи, пока. Да, не болейте, пока-пока. Самое главное. Смотрите нашу первую пишите часть. Пишите комментарии, мы ждем обязательно. Кто не подписан, подписывайтесь. У нас, сами видите, все разное, все интересное. Может, кому-то не все души, интересное. Все по интересное. Все по совести. Ну, да, мы делаем вот так вот, как вот мы вот есть, так вот мы делаем. Кому не интересно, мы не держим. У нас все по совести. Поэтому мы так и называемся. Две совести на Волге. Ну, это так. Одна злая, другая добрая. Да ладно, глупости не говори. Ну, это так, к слову. Мы хорошие друзья. Ой, подписывайтесь на канал. Так, все пока. Всем счастья и удачи. Ну, не болейте. Всего доброго. До новых встреч. Думаю, что скоро мы с вами встретимся обязательно. Всем пока.